В театре кукол Махачкалы сегодня состоялась премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа Аладдина». Театральное представление поставили по мотивам известной сказки «Тысячу и одна ночь» и американского мультфильма «Аладдин». Режиссер и постановщик – заслуженный деятель культуры Украины Анатолий Поляк. В кукольной постановке главному герою Аладдину предстояло завоевать сердце принцессы Жасмин. Зрители, несмотря на то, что сейчас не театральный сезон, оказалось немало. В основном это были дети из дошкольных учреждений. Я думаю, что это достойный подарок будет детям. Не только сейчас дошколята смотрят, но будут смотреть и школьники, потому что этот спектакль рассчитан на возраст от 4 и выше. Поэтому мы в новом театральном сезоне всех приглашаем на нашу премьеру.